Тревожный вой сирен разольется завтра над областным центром. Но не стоит переживать, это не чрезвычайная ситуация, а обычная профилактика. 1 марта с 10 до 11 часов в домах и на улице жители города услышат фразу «Внимание, уважаемые граждане, проводится проверка системы оповещения». Согласитесь, безобидное предупреждение. А вот если мы когда-нибудь услышим повторяющуюся фразу «Внимание всем», значит тревога, увы, не ложная.